Подумал, что я хочу рассказать. Значит, у нас сегодня 2021-03, кажется, 25 марта. Март, солнце. И, соответственно, подготовка к универсиаде. Подготовка к универсиаде. Часть 2. Так, ну, запись я поставил. Все отлично. Еще раз. Меня в любой момент можно перебить и сказать, ой, я вспомнил, что пробовал решать, но там испугался и вот не дорешал. Ну, что-то там не получилось. И... Ну, это нормально. Вот. Как бы я с удовольствием попробую ответить. Так. Первое, что я осознал, значит, про пилимы. Да? Я что-то осознал, что в прошлый раз я забыл о предпосылке про случайную выборку. И давайте обсудим, может быть, первую задачу еще раз про нахождение. Давайте я напомню, номер один прошлый год. Да, прошлый год. Ну, немножко, может быть, не строго пройдем. Ну, хоть еще посмотрим, может, строго пройдем. Там была такая задача. Сейчас я ее... Да, вот она. Открою. Задача была следующая. Там предполагалось, что Y и T... Мы там первые несколько пунктов, по-моему, решили, один, по-моему, не решили. Что Y и T предполагалось равным бета X и T плюс U и T, да? И там написано, там, при выполнении прочих стандартных предпосылок. И, соответственно, прочие стандартные предпосылки, давайте их сформулируем. Вот, значит, у нас будут прочие предпосылки, что мат ожидания от УИТова при условии X и T это 0. Значит, наблюдение представляет собой случайную выборку. Выборка. Что у нас еще есть? Вот. Дальше вот эта, к сожалению, вольность, которая есть иногда в в Олимпиаде, в пункте В, ну, как бы, на мой взгляд, не совсем понятно, предполагается ли, что гетероскедастичность действует или гомо, то есть как бы в начале предполагается, что действует гомоскедастичность, да? А, нет, условия... А, все, гетеро, извините. Все нормально. Гетероскедастичность действует, да? То есть у нас дисперсия у итого при условии x и t – это какая-то функция от x и того. И, соответственно, предлагается в пункте, который мы не дорешали, оценка бета с крышкой, ну, там какая-то очередная, которая равна сумма x и t, y и t, деленное на сигма квадрат с крышкой от x и t, деленное на сумму x и t квадрат на сумму сигма квадрат с крышкой от x и t. Вот. Мне немножко не нравится то, что как бы не сказано, какая конкретно оценка дисперсии используется. Да? То есть ничего не сказано. Сигма квадрат с крышкой x и t. Ну, как бы, ну, я вот пришел в Олимпиаду, я боец, да, и мне надо что-то решать. Ну, иногда, конечно, если там авторы есть, то можно уточнить, но я не знаю, как это будет сейчас там с онлайном. Ну, вот. Ну, есть такой момент, который проигрывает в онлайне. Ну, что бы я делал? Я просто подумал, что на самом деле это важный момент, который бывает в универсиаде, что делать, если я чувствую, что каких-то строгих предпосылок не хватает. Но ответ – не надо бояться, надо что-то предположить, ввести. Да? Формально мне не сказали, какая сигма-квадрат с крышкой используется. Да? И понятное дело, что ответ зависит от выбора сигма-квадрат с крышкой. Да? Если я возьму какую-то дурацкую, сигма-квадрат с крышкой, неверную, да? Там нигде не сказано, что использует состоятельная оценка.
Вот, возьму неверную сигма-кварат с крышкой, ну, какую-нибудь тупую, вот, возьму 42, да? Вот, то у меня, естественно, состоятельных оценок не получится в предположении о гетероскедастичности, да, здесь ответ будет, что, конечно, у меня сейчас не получится, давайте посмотрим, получится ли у нас, давайте, кстати, хороший вопрос, вот если я возьму неверную сигма-квадрат с крышкой, получится ли у меня верный ответ? Получится ли плим от... там вопрос про состоятельность, да? Вопрос про состоятельность. Получится плим от бета с крышкой равен бета? Если я возьму дурацкую и неверную оценку. Такой простой вопрос. Или все уже забыли условия, что там было. Я один смотрел. Не знаю. Давайте я напомню еще раз. Все, что нужно с этого номера, можно его открыть, можно его не открывать. Так, что-то меня выбросило и на компьютере. Ну, надеюсь, что с планшета меня видно. Вот. Что-то меня с компьютера вышкинская сеть иногда выбрасывает. Не знаю, почему так. Я надеюсь, что кроме потери моей мордашки ничего существенного не произошло. Вот, давайте тогда продолжим. Вот, я постараюсь сейчас с компьютера перезайти, потому что ты онлайн и так плохо, без лица все-таки хуже. Ну, я надеюсь, что видно, слышно, да, то, что я на планшете пишу, да? Да, да. Хорошо. Вот, я надеюсь, что сейчас Zoom на компе восстановится. Вот, ну, все условия, которые нужно от номера один с прошлого года, вот оно. Модель с гетероскедастичностью, то есть дисперсия от уитого, какая-то функция от икситого. Вот, предлагается первое, ну, это третий пункт уже, мы первые два, по-моему, решили. Вот, предлагается пункт В, не, систематически выкидывает, не знаю. Попробую пока перегрузиться, но это пока пройдет. Значит, и я предлагаю такую дурацкую оценку, сигма-квадрат с крышкой, явно неверную, да, получится ли состоятельная оценка. Я потом предложу другую дурацкую, а потом предложу хоть какую-то умную, да. Как какую-нибудь умную предложить в ситуации с неизвестной гетероскедастичностью? Ну, смелей. Ну, давайте подставим 42. Говорим про эту бету с крышкой для, ну, именно, скажем так, для теоретической, да, модели, которую мы выше написали. Да, конечно. Да. Ну, бета с крышкой – это оценка для вот этой самой беты. Угу. Естественно. Да, ну, судя по всему, ну... Исходя из наших прошлых предположений, мне кажется, что да, состоятельно все так останется. Да, действительно, давай проверим. Вот возьмем такую дурацкую, да, у нас получится плим бет с крышкой равняется, 42, понятное дело, сократится, да, у меня будет при такой вот дурацкой оценке сумма x и t, y и t, деленная на сумму x и t квадрат будет, плим надо писать. Ну, делим все на n бесплатно, получаем, что плимится это к матожиданию от x и t, y и t, деленное на матожидание от x и t квадрат. Наверху подставляем y и t, получаем матожидание от x и t, бета x и t плюс u и t, делим на матожидание от x и t квадрате, получаем... бета мат ожидания от x и t квадрат плюс мат ожидания от x и t у и t, деленное на мат ожидания от x и t квадрат. Хорошо, а вот это вот второе мат ожидание, которое у меня получилось, это 0 или не 0? Достаточно у нас данных, чтобы утверждать, что это 0 или не 0? Достаточно, конечно. Да, достаточно. Да, согласен. Действительно, что условное, ну, я бы сказал, это вообще говоря, меня немножко удивило. Давайте я, кстати, напишу эту такую простую мысль, что есть три степени независимости.
к слову, при степени независимости. Независимости. Да, первое, самое сильное, это когда мы говорим, что величины L и R независимы. Да? Формально это описывается, что там совместная функция плотности L и R распадается на функцию плотности L помножить на функцию плотности R. Вот. Это самое жесткое. Из нее следует, постоянство условного мат-ожидания. То есть R не помогает построить точечный прогноз для L, то есть мат-ожидание от L при условии R равно просто мат-ожиданию от L. И самая слабая независимость – это некоррелированность. Ну, ее можно написать как корреляция R и L равна нулю. Вот. И я просто хотел сказать, что, ну вот, чтобы, во-первых, было... Давайте я пока что-то не поставил ком перегружаться, сейчас перегружусь. Что, во-первых, было бы понимание, что это три степени независимости. А во-вторых, что на самом деле их можно сказать на разных языках. Вот, можно сказать, здесь как бы не совсем очевидно, а почему из независимости следует некоррелированность. А на самом деле, если сказать немножко на другом языке, давайте я скажу на языке корреляций. Ну, это и так, нижнее и так сразу сказано на языке корреляций, поэтому это неинтересно. Вот. А две оставшиеся можно сказать с помощью корреляции. Не обязательно переходить на язык плотностей или язык условных мат-ожиданий, чтобы сказать второе и первое утверждение. Первое утверждение будет говорить, что корреляция между любой функцией от R и любой функцией... Мест мало. Корреляция между любой функцией от R и любой функции от R равна нулю для всех H и G. Вот. И поэтому видно, что из первого утверждения следует третье. Как бы если никакими функциями нельзя почувствовать корреляцию, то и между R и L, конечно, корреляция нулевая. А второе, оно занимает такое промежуточное требование, что корреляция между H от L и R равняется нулю для любой функции, для всех функций H. Вот. И вот на самом деле вот этого осознавания как-то, ну, я не уверен, что вы явно это знали. Вот. Почти наверняка вы не осознавали, что на самом деле вот эти три степени независимости величин, их можно сказать так. Их можно сказать на языке корреляций. И на этом языке видно, что одна – это более сильная. Да? В нашем случае нам сказано, что мат-ожидание от эпсилон при условии x равно нулю, и из этого следует, что корреляция между x и эпсилон равна нулю. Намана? Да. Вот. На всякий случай доказательство безумно легкое, да. Я беру ковариацию между чем там, между x итом и эпсилон итом. Она равна мат-ожиданию произведения минус произведение мат-ожиданий. А дальше я пользуюсь тем трюк, который мы часто используем, что мат-ожидание от слона это мат-ожидание от мат-ожидания слона
если зафиксировать ежа. Вот. Это такой важный трюк, который позволяет иногда посчитать какой-то мат ожидания, иногда упростить что-то. Мы его уже использовали в тот раз. Ну, я, соответственно, вот здесь вот допишу. Мне надо обычное мат ожидание посчитать, а я посчитаю обычное мат ожидание от условного мат ожидания. Ну и здесь то же самое. Посчитаю обычное мат ожидание от условного мат ожидания. Это можно делать. Ну и видно, что получится вот здесь 0. Вот здесь x вынесется за скобку. А после вынесения x за скобку окажется, что это снова 0. Вот. То есть это на самом деле легко доказывается. И хорошее упражнение для тех, кто хочет что-то сам подумать, это приведите пример, когда одно выполнено, а другое нет. Приведите пример, ну, то, что называется контрпримером к обратному утверждению, когда корреляция x и эпсилон равна нулю, однако, ну, то есть в обратную сторону не следует, да? Приведите пример, когда корреляция равна нулю, однако мат ожидания от эпсилон при условии x не ноль. Вот. Такое хорошее упражнение. Просто две случайных величины придумать. Окей? Да. Это сложное упражнение или нормально оно, более-менее прозрачно, как его придумать? Ну, конечно, оно довольно простое вроде. Ага. Хорошо. Тогда, соответственно, мы решили с наивной оценкой, мы все доказали, что если дисперсию оценивать наивно, да, то у нас тут получится вполне себе все состоятельно, да, то тут получится бета. Окей? Да, да. Хорошо, а если взять другую наивную оценку, получится ли состоятельность, да? То есть вопрос, получится ли состоятельность, если взять, ну это я вот взял такую наивную оценку, а я возьму другую оценку. Что делать? Ну, я не знаю, но, судя по всему, предел по вероятности от бета с крышкой, кажется, что он никак не зависит от вообще сигмы квадрат. Ну. Постоянная. Что? Если она постоянная, то, наверное, никак. А если она не постоянная, если она, да, допустим, там же нигде не сказано, что она постоянная, да? Тут сказано, что она просто зависит от икситого. Ну, есть ощущение, что даже при, может быть, уже сигма с крышкой равна иксит, это сигма квадрат с крышкой равна иксит квадрат, может, не выполняется уже. Ну да, проверим. Давай попробуем еще дурацкую оценку взять. Давай попробуем еще дурацкая оценка. Еще дурацкая, просто от фонаря. А, пусть будет сигма квадрат с крышкой от иксит. Какой ты предложил? Иксит квадрат. Мне кажется, она тоже выполняется. Да, возьмем. Что, блин. А, сумма yt, xt, деленное на xt квадрат. Сумма xt квадрат, деленное на xt квадрат. Да? Что получим? Получим. Ну, опять делим на n, да? Тут. Как еще плимпочка? Ну, здесь можно не делить, да? Здесь получается 1, а здесь получается мат ожидания от y1, деленное на x1. Будет мат ожидания от что там? Ну, это бета плюс мат ожидания вроде работает. Ну да, то же самое. Берем бета плюс мат ожидания от условного мат ожидания эпсилон 1 на x1 при условии x1, да? Ну, выносим и получаем там. Угу. Ну и получается опять бета. Окей.
Что дальше делать? Ну, то есть, а если другую функцию взять, если взять там, не знаю, кубы, там, все что угодно. Ну, можно попробовать просто функцию написать в общем виде. Ну, давай. Что будем пробовать? Как? Ну, просто функция в общем виде. Ну, хорошо. Ну, вот она уже есть в общем виде. Как пробовать-то? Лим. То есть тут немножко... Сейчас есть еще один тут вопрос. А, ну, давай, в общем виде. Хорошо. И как? Тут сумма y, x, y, t. Ну, давай тут напишем какое-то f и t, да? Пойдет? Ну, чтобы долго не писать. Ну, вот. Ну, вот. Вот это какое-то f и t, которая равна сигма квадрат с крышкой от x и t, да? А, деленное на сумму x и t от f и t делим на n, получаем мат ожидания от y и t, x и t на f и t, деленное на мат ожидания x и t на f и t. И дальше что? Да, я вернулся. Как посчитать? Ну, Игорь, это раскрыть, если ничего не получится. Ну, мысль первая. Возникает вопрос, а что вообще входит в это f и t в общем случае? Да? То есть мы рассмотрели, то есть там не сказано, как строится оценка, и в принципе, ну, сейчас можем, ну, на самом деле, наверное, можно какую-то бяку подстроить. Я просто думаю, как подстроить бяку, поскольку в условии не сказано, как строится оценка, но ее просто не подстроишь. То есть, смотрите, если считать, что f и t – это просто какая-то функция f от x итого, да, то мы можем при расчете этого мат-ожидания воспользоваться нашим трюком. Мат-ожидание от условного мат-ожидания равно мат-ожиданию. Да? То есть, да, там то же самое опять получится. Вот, и мы получим вот здесь вот y и t, x и t при f и t при условии x и t, да? Вот так, да? Деленное на мат ожидания от мат ожидания от x и t при условии. А здесь не будем, да? Здесь вроде не, ну, надо. Квадрат только. Квадрат. А, я потерял квадрат, да. Согласен, абсолютно верно. Я написал ересь. Вот здесь у меня везде пропущен квадрат. Ну, собственно, в двух случаях, но все равно я его потерял. Да? Раньше я его терял? Нет, раньше не терял. Да, потерял квадрат. Давайте я обведу в кружочек в красный. Да, это, конечно, квадрат нужен. Раз, два. Вот, а дальше я еще не успел его потерять. Ft квадрат на f и t. А, может так оставить. Вот. Ну и чего, тут опять y представим как бета x и t плюс эпсилон и t, да, и что у нас получится? X и t на f и t вылезет за скобку, да, тут получится мат ожидания от x и t на f и t при условии, а тут мат ожидания от y и t при условии x и t, да, джин-джин. Деленное на мат ожидания от x и t квадрат на f и t. И, ну, и, а вот это равно бета на x и t. Да? И поэтому ответ у нас получается мат ожидания от бета x и t квадрат, деленное на f и t. А здесь мат ожидания от x и t квадрат на f и t. Ну и получается бета. Окей, хорошо. В этом рассуждении есть одна... Ну, небольшая лазейка. Я предполагал, что... То есть, какая маленькая лазейка есть в этом рассуждении, которая... Сейчас, ну, что-то мне кажется, что можно все-таки в одном месте... Ну, то есть, это надо, конечно, постараться,
сейчас я просто думаю, есть одна лазейка в этом рассуждении, где мы воспользуемся неявно одним предположением, которого ну, нигде нет в тексте, и вообще говоря, оно в боевых задачах не выполнено. Давайте посмотрим. Предположение вот такое вот. Вот это предположение, почему оно не выполнено в боевых задачах. Вот это вот. При этом предположении, что F ита это какая-то детерминированная функция от x ита, то, конечно, вот, ну, с условием, что матождание существует, да, то есть надо как бы, ну, это такая уж совсем техническая предпосылка, что все упомянутые матождания должны существовать, да, если какое-то не существует, то плим может не существовать, да, мало ли там f ита это x ита в минус 15, и тогда y ита умножить на x ита в 16 просто не дает матожидания, и плим там не существует. Да? Ну, как бы, если все матожидания существуют, то вроде все окей. Но на самом деле нет. Давайте я покажу маленькую проблемку. Ну, то есть помянем, значит, так. Давайте я на всякий случай еще раз открою текст. Вы хотите скоррелировать ее с случайным членом? Конечно, я хочу. Ну, смотрите, что я хочу сказать, что вот как в реальности бы, как в реальности выглядит. Если я возьму, например, классические оценки HC White, они, конечно, не нарушат результата, но они нарушат эту предпосылку. Важный момент, что результат мы получим, конечно, такой же, а ошибка все-таки не будет, ни сигма-квадрат крышки не будет удовлетворять этому условию, которое мы использовали. Что используется в оценке White? Да? Как выглядит оценка White? Кто-то помнит для гетероскедастичности, как устроена оценка White? Да? Ну, давайте. Ну, там, по-моему, как раз что-то с квадратом x. Ага, да. Согласен. Значит, в реальности у нас, ну, давайте я попробую. Ну, это скорее не hc0, да, это по мотивам, да, давайте по мотивам hc0. Мотивам hc0. И сейчас я открою еще раз условия. Потому что я нигде не нашел противоречия с тем, что я вот рассказываю. Там просто какая-то оценка. Сигма квадрат с крышкой x и t. Никто мне не мешает в эту оценку сигма квадрат с крышкой от x и t. Вообще говоря, никто не мешает, ну, как я понимаю. То есть, может быть, я ошибаюсь, и автор имел в виду, что это запрещено условием, но никто мне, например, не запрещает, скажем, оценить предварительно обычную регрессию. Я сделаю вот по мотивам HC0 White. Я сделаю шаг 1. Да, возьму шаг 1. Да, оценю обычную регрессию. Ну, то есть воспользуюсь формулой бет с крышкой предварительная, да, какой-то бет с крышкой первого шага равняется сумма x и t, y и t, деленная на сумму x и t в квадрате. Вот. Дальше я для каждой оценки, в смысле для каждого наблюдения, я посчитаю, имея бет с крышкой предварительная первого шага, давайте бет с крышкой первой назовем, я посчитаю u с крышкой в квадрате. То есть я посчитаю y и t минус b с крышкой предварительное x и t и возведу это в квадрат. А дальше я возьму, ну вот оно мое, вот это вот мое сигма квадрат с крышкой и t. Вот оценка у меня будет такой. А дальше я сделаю шаг 2, ну, как здесь написано, бет с крышкой равняется 1 на n,
Ну, как, ну, в общем, в полном соответствии, как там написано, сумма x, y, y, деленная на сигма квадрат крышкой и t, деленная на сумма x, y квадрат на сигма квадрат крышкой и t. Вот. Получится у меня состоятельные оценки или нет? То есть в чем отличие? Почему предыдущая логика, она не совсем применима в этой ситуации? Вот какой шаг из сделанных ранее не получится сделать? Вот чем отличается, вот почему я нарушил предположение, что f это f от x итого? Потому что у вас f это f от y итого тоже. Да, потому что вот в моем случае, и даже не только от y итого, а в моем случае моя сигма квадрат с крышкой it это какая-то функция от x1, xn, y1, yn, да, то есть она на самом деле из-за того, что там фигурирует bet с крышкой зависит от всего вектора x, от всего вектора y. Ну и поэтому моя сигма квадрат с крышкой, она зависит от всех наблюдений. Вот, и поэтому, конечно, говорить, что мат ожидания от сигма квадрат с крышкой итого при условии x, ну в моем конкретном случае равно сигма квадрат с крышкой ит, это неверно. Да? Ну давайте так напишем, что это не равно, неверно, так как в сигма квадрат с крышкой и t входят все x1, xn, y1, yn. Окей? Okay? Если при условии матрицы, допустим, так, да, если при условии матрицы x, просто не матрицы, а вектора x. Ну да, попробуем. Давай посмотрим, получится у нас взять эту штуку. Давай попробуем при условии вектора x. Давай попробуем. Значит, ну, делим это на n, делим это на n, да. Ну, здесь возникает первая трудность, да. Первая трудность, которая возникает, что вот эти величины, они теперь коррелированы. Да? Вот здесь вот у меня... Ну, проблема в том, что у меня идет x1, y1 на сигма квадрат с крышкой 1. Потом идет x2, y2 на сигма квадрат с крышкой 2. Потом идет xn, yn на сигма квадрат с крышкой n. И понятно, что эти величины, они коррелированы. Почему они коррелированы? Почему они зависимы? Ну, может быть, они не коррелированы, ну, как там, может, корреляцию я... Я, может, боюсь сказать, но зависимы они точно, да? Почему они зависимы? Ну, слагаемые зависимы. Потому что там везде есть, по крайней мере, в знаменателе все игреки. Да, согласен, что на самом деле вот здесь уже в такой постановке плин считать тяжело. Ну, то есть там надо как-то, наверное, ограничивать на четвертые моменты. Я так сходу не могу придумать. Ну, это уже нетривиально считать, да? То вот здесь вот в сигма квадрат с крышкой ита входят все... Ну, в общем, я уже это писал, да? Не буду, да, повторять. И вот этого факта. Вот, то поэтому слагаемые зависимые. И, ну, и для этой функции как раз это и есть... Ну хорошо, для этой функции выйдет или не выйдет? Вот конкретно для этой, как думаете? Что, мы можем что-нибудь? В чем, не напомните, в чем вопрос задачи? А вопрос в том, получится ли состоятельная оценка. Еще раз, весь вопрос один и тот же. Просто я хочу сказать, что
нам, ну, как бы надо не бояться и на каких-то предположениях на универсиаде останавливаться. Говорит, ну, вот я предполагаю вот это, вот так трактую условия. Ну, бывает там задачи все прям не подкопаешься, а бывает, ну, не сказано, какая синкварат с крышкой. Может, она зависит только от икситова, а может, она, может, опять множить на икситы, да, а может, она зависит от всех наблюдений, да. Вот. Вопрос один и тот же. Вот дана бет с крышкой, и надо понять, будет ли она состоятельной. То есть вопрос ничего не поменял. Ну, вы сейчас предлагаете оценить сплим от вот этого крокодила? Ну, либо подумать, как бы. Можно не обязательно от этого крокодила. Можно, например, ну, то есть мы выяснили, что если брать детерминистические функции от икса, то если не уходить, ну, поскольку, понимаешь, в условии, еще раз, моя мысль такая, я хочу специально подумать немножко о не полностью поставленных задачах. Там попадается такое, я еще там несколько нашел, вот одну с вот эту дожать, попробовать. А, то есть, смотрите, если мы предположили, то есть, ну, как бы ответ зависит от наших, ну, и, по крайней мере, сложность вычислений сильно зависит от наших предположений. Если мы предполагаем, что сигма квадрат с крышкой – это просто детерминистическая функция. Вот x этого только, и никого там больше случайного нет. Ну, например, x это в квадрате, x это в кубе, что угодно. То оказывается, что на какую функцию от x этого не дели, все нормально, блин, есть. А если я вот в сигма квадрат с крышкой включу все y и все x, получится у меня или не получится? Ну, вроде нет. Ну, конкретно в этом случае, слушай, надо подумать, в этом конкретном случае получится или не получится. Ну, давай подумаем. В общем случае понятно, что нет. Да? То есть в общем случае совсем легко показать, что нет. В общем случае явно нет. Да, мы можем сказать, что ну, взять какую-нибудь сигма-квадрат с крышкой и т, взять какой-нибудь, например, y и т, да? Я думаю, вот так будет нет, да? И тогда бета с крышкой будет сумма x и t, y и t, деленное на y и t, а здесь сумма x и t квадрат на y и t. И что тут будет получаться? Здесь будет получаться, плимиться будет к чему? К мат-ожиданию икса, например. Да, здесь будет к мат-ожиданию икса, а здесь будет к мат-ожиданию x1 в квадрате на бета x1 плюс эпсилон 1. Да? Ну, давайте посмотрим, можем мы что-то сказать там неравенством Йенсена, например, или как-то еще. Да. То есть, что мы можем утверждать про мат-ожидание от x1 в квадрате на бета x1 плюс эпсилон 1, да? Вот это мат-ожидание, оно всегда равно 1 на бета? Или можно подобрать какое-нибудь распределение, чтобы оно не равнялось 1 на бета? Ну, вообще говоря, конечно, для большинства функций мат-ожидание от 1 на r не равно мат-ожиданию 1 на мат-ожиданию r. Да? Это норм? То мат-ожидание от линейных функций равно линейной функции от мат-ожидания, но не наоборот. Да? Ну, как бы тривиально. Возьмите там даже самую глупую r, там, принимающие значения 1 и 2 с вероятностями по 1 и 2, да, то здесь получится 1 деленное на 1,5,
а здесь получится 1 деленное на r принимает значение 1,5, да, здесь будет 1 и 1/2 на 1 плюс половина, да, и здесь вроде будет сколько здесь будет, 1,5 пополам, да, здесь будет 3/4, а здесь будет 1 деленное на 3/2, будет 2/3, да, ну и видно, что это разные величины. Вот, ну и уж раз на таком простом примере не совпало, то в общем случае тоже не совпадают. Вот, а если я поделю на x1 в квадрате, то видно, что мое матождание в левой части это 1 на бета на 1 на x1 плюс эпсилон 1 на x1 квадрат. В общем случае не равно 1 деленное на матождание от бета. Ну, понятно, что можно подобрать какие-нибудь вырожденные величины, для которых это будет равно. Вот. Но вообще говоря, это не... а вот эта часть, она равна 1 на бета. Да? Потому что, ой, даже здесь не равно, да? Даже здесь не равно. Смотрите, это 1 на матожидание бета на матожидание 1 на x1. Да? Вот. Окей? Или я что-то потерял? Вроде норм. Вроде норм, да. Вот, и поэтому получается, что в нашем случае у нас не, ну, даже вот в таком случае у нас сплин не вышел. Конкретно в моем случае я тоже думаю, не выйдет. Да, я так вот от фонаря взял такую корректировку. Мне тоже кажется, что не получится. Но вообще говоря, честное доказательство тут, я думаю... Сейчас можно что-то. Ну, не очень приятно, надо. Ну, тут не воспользоваться законом больших чисел, по крайней мере, без доказательства того. Ну, хотя нет, там есть закон больших чисел для коррелированных величин, и можно попытаться оценить корреляцию, зажать. То есть, может, и будет выполнено, да? Когда закон больших чисел скажет, что матождание отдельного дальше. Но дальше все равно не очень понятно. Ну, то есть, ответ такой: что в условии не сказано, как устроена сигма-квадрат с крышкой от экситова. Вот. Ну и как в боевых условиях разумно предположить, что она зависит не только от экситова. Вот. Поэтому если брать простую оценку, ну, наверное, ее предполагал автор, потому что здесь ну, в качестве детерминистической функции от икса. То есть, наверное, автор предполагал вот это, и поэтому ответ, что оценка состоятельна, если мы берем любую более-менее детерминистическую функцию от икса. А если брать функцию не только от икса, то тогда у нас, в общем-то, ну вот простым примером можно показать, что состоятельно не будет. Окей? Но? Ну так, вот с какого-то момента стало чуть-чуть непонятно. Чего непонятно? Ну смотри, еще раз, давай еще раз пробежимся. Я понимаю, что тут куча у нас сложностей. И я понимаю, что подготовка к универсиаде такое добровольное дело, и оно там как бы сейчас у всех там курсовые, другие домашки, которые там более брутальные в плане оценивания. Вот, давай еще раз пробежимся по вопросу. Была дана такая вот оценка бета с крышкой. Про сигма-квадрат с крышкой не сказано, как она устроена. Вот. Ну, как бы написано формально сигма-квадрат с крышкой от икситова, да, но если бы вот было написано... Я про момент, когда мы пытались разобрать, что будет с нашей функцией, которая зависит там от x1, xn и y1, y5. Да, как бы, ну, нетривиально. Ну, то есть я сходу не готов сейчас вот здесь что-то решать. Ну, я понимаю, что вот лоб за БЧ нельзя применить, потому что слагаемые зависимые. Да? Ну, давай, если хочешь, можем попробовать вгрызться в нее, посмотреть, что там можно сделать. Но боюсь, это нас немножко утащит в сторону. Я как бы хотел вот поговорить сегодня о
не строгостях, которые неизбежны на там, добровольческом проекте в виде универсиады, и ты, ну, как бы как на них реагировать? Ну, ответ такой, что в этом конкретном случае я бы сказал, ну, окей, вот есть два варианта, когда симку раскрышкой это функция от X, и когда симку раскрышкой там вся выборка используется. Ну, вообще говоря, в реальности, конечно, симку раскрышкой там вся выборка используется, да, взять там HC0Y, там, мы там берем как раз у с крышкой в квадрате, но это по мотивам, это, конечно, не имеет прямого отношения к, ну, оценка White, она корректирует стандартную ошибку, она, конечно, бет с крышкой не корректирует, ну, вот если мы применим такой чайниковский подход с помощью идеи White, попробуем скорректировать саму бет с крышкой, да, приведет это к состоятельной оценке или не приведет. Вот, мне кажется, что слушай, честно, не знаю. Вот я понимаю, что вот здесь дальше что я вижу. Давай, что можно попробовать, что бы я сделал. Но можно попробовать как-то дорога 1. Вот здесь дорога 1, но непростая. Оценивать ковариацию между слагаемыми. И если корреляция там между слагаемыми зажимается к прогрессии, там сходится к нулю, то можно тогда все-таки применить закон больших чисел, посчитать матождание от отдельного слагаемого. Когда будем считать матождание от отдельного слагаемого, опять же, вылезет, то есть, во-первых, ну вот перейти все-таки к ЗБЧ, более для зависимых величин, да, воспользоваться ЗБЧ для зависимых величин, это первый шаг. И второй шаг, считать матождание тогда, ну как считать матождание, тоже непонятно. То, что там, наверное, неравенство Йенсена вылезет где-то. И я бы сделал ставку, что, наверное, скорее нет. Да? Но вот так сходу мне не очевидно. То есть все, что я хотел подчеркнуть, что вот есть такой нюанс в условии, который, ну, скорее всего, автор имел в виду детерминистическую функцию от X. Я так думаю. Теперь получше стало. Спасибо. Вот. То есть, еще раз, я не говорю, что вот это очевидно, что... Ну, у меня такое ощущение, что не сойдется, она что-нибудь будет завышать там, потому что она будет... мне, ну, не знаю, не знаю, может сойдется. Не знаю, честно. Вот я попробовал, столкнулся с тем, что это слишком сложно, и я думаю, что вот автор использовал такую идею. Давайте еще попробуем какую-нибудь некорректную задачу превратить в корректную, понять, где там какая-то недосказанность. Ну, может быть, она некорректная, но недосказанность. Так, где-то еще, это, по-моему, 15-й год. Сейчас. Кажется, 15-й. А, нет, 15-й, это когда еще был экспериментальный тур. 16-й. Да, сейчас 16-й. Сейчас момент я найду, это момент задания очного этапа. Я было открыто, но я компьютер перегружал и все честно сбросил. Попробуем еще превратить что-то. Ага, да, кажется, вот это с картинкой. Да. Давайте, это значит... упражнение номер 7 из 2017 года. Там тоже есть маленький нюанс, который мы попробуем разобрать. Ну, я думаю, что вы вряд ли его там читали, он длинный, можете попробовать его открыть. Давайте я скину на него ссылку. Так. Скину на него ссылку. Вот, давайте ознакомимся. Да, ты что-то хотел сказать, но что-то возникло эхо. Не, все в порядке, я просто с другого устройства зашел и там звук включился. Ага, окей, да, это я понимаю, у меня тоже такое бывает. Так, давайте я... Я всех потерял, у нас есть Альберт, Маша и Миша. Вот, ну, не переживаю, у меня же сейчас дело такое. Давайте посмотрим. Значит, я вкратце расскажу эту задачу, и мы посмотрим, а что тут, вообще говоря, не совсем хорошо.
Ну, я знаю автора, я потом говорил с автором, он сказал, ну да, ладно. Вот. Потом я с ним обсудил этот нюанс. Значит, там задача про попытку определить влияние индивидов одного на другого. И там используется граф, кто там с кем знаком. Да? То есть, ну, давайте на всякий случай скажем, что такое матрица там смежности графа. Да? Если один влияет на кого-то, ну, то есть вот у меня есть, допустим, три человека, и там вот один влияет на этого, а этот влияет на этого, да, то можно изобразить это в виде, ну, допустим, какие-то индивиды, это первый, это второй, это третий, и вот можно, кто на кого влияет, изобразить в виде матрицы или в виде графа. Ну, в виде графа я уже изобразил, да, это граф, а можно в виде матрицы графа, или официально это матрица смежности, по-моему, называется, значит, это вот тут пишут кто, а это на кого. Вот первый, второй, третий. Первый, второй, третий. И мы ставим единичку, если такое влияние есть. Вот первый влияет на второго, да, то есть первый у нас в моей картинке тут вот единичка. Первый на второго влияет. Второй влияет на третьего. А третий ни на кого не влияет. Ну, такая вот картинка. Да, вот такая матрица. Нам она, то есть как кодируем, мы, значит, кодируем систему влияния графом и матрицей. Окей? Вот, хорошо. А дальше теперь начинается, когда вот это, значит, граф и это матрица W. Матрица графа или матрица смежности. А, вот. Соответственно, давайте скажем, что Y ИТ – это некий результат ИТ-ого студента. Ну, неважно, там, по метрике, почему. Это, соответственно, результат ИТ-ого студента на экзамене. Ну и, естественно, если, грубо говоря, он там у кого-то списывает, да, ну, он еще думает сам, да, ну, он списывает еще параллельно, пользуется домашкой. То есть Петя смотрит Васину домашку, да, то как бы, ну, понятно, что тут еще свои какие-то факторы, но если там хорошо написано, то он может себе повысить результат. И поэтому модель для моих N студентов Y1, Yn, она имеет вид Y равняется лямбда на матрицу смежности на сам Y плюс бета умножить на x. Сейчас я вспомню, что такое x. X это... Что тут такое? X. Ну, непонятно. В общем, что-то какое-то... Что, количество соединенных булочек не вижу. То есть, ну, может быть, если вычитать текст, где-то здесь сказано, что такое x. Ну, какая-то еще одна переменная. Давайте это, соответственно, результат по метрике. По метрике. Он зависит от результатов тех, кто на тебя влияет. Ну, может быть, это просто там, не обязательно списывание. А это вот количество соединенных булочек. Ну, и тут, как всегда, плюс случайная величина. Значит, у ИТы независимые нормальные 0,1. Что мы там еще знаем? ИТ, наверное, экзогенная для простоты. Ну, я думаю, что да, где-нибудь, наверное, сказано, что x экзогенная. То есть мат ожидания от u при условии x равняется нулю. Вот. А, соответственно, мы пробуем понять, получится ли состоятельные оценки в этом уравнении. И предполагается следующий механизм оценивания. Значит, смотрите, какой механизм оценивания у нас предполагается. Да? Ну, то есть первый вопрос, который стоит, вот если мы просто применим МНК
к ситуации, если мы применим обычный МНК и найдем лямбда с крышкой и бета с крышкой. Вот. И написано, предполагается, что... И тут следующие надписи. Значит, предполагается, что плим, сумма xt на n, это мат ожидания от xt квадрат, а плим 1 на n, нет, здесь квадрат, zt квадрат на мат ожидания от zt квадрат, плим сумма zt xt, деленное на n, это мат ожидания от zt xt. Ну, тут куча всего еще. Плим, сумма, ну, раз она экзогенная, то, наверное, это можно было не писать. Плим xt uit, да, я что-то u написал вместо epsilon. Это 0, поскольку по условию, да, сказано, что она экзогенная. Или нет. Сейчас момент. X, это значение объясняющих переменных, тогда и компоненты, эндогенный эффект, бета. А, нет, даже не написано. Ну ладно, давайте считать, что 0. И плим сумма z и t у и t на n равно мат ожиданий от z и t у и t. Вот, и дальше надо решить в двух предположениях. А без предположения, что мат ожидания от zt, xt это 0, и B с предположением, что мат ожидания от zt xt это 0. Вот, она такая большая задача, но она, как мне кажется, прикольная. И пилим хорошо попилить. И на каком-то примере что-то рассмотреть. А, что такое zt, я не написал. Ну, поскольку у меня yt это лямбда умножить на строка и матрицы W умножить на y плюс бета x и t плюс u и t, то вот это вот обозначено за предиктор z и t. Вот, то есть y и t это лямбда на z и t плюс бета x и t плюс u и t. Вот. Ну что, вопрос понятен или все потерялись? Ну так, более-менее вроде понятно. Хорошо. Давайте попробуем тогда понять, ну, почувствовать эту задачу на каком-то примере. И если мы почувствуем эту задачу на каком-то примере, то тогда, я думаю, и ну, вопрос с плимом пропадет, и мы, ну, как бы решим вопрос с плимом, и заодно поймем, в чем состоит небольшая нестрогость этой задачи. Вот. Ну, как бы в чем тут есть техническая проблема. Ну, давайте попробуем начать с примера. Да? Это всегда такой путь, что вместо того, чтобы решать первый пункт про плим там в общем случае, давайте попробуем решить плим, когда студенты зациклились и влияют друг на друга по некому циклу. Я, правда, с трудом представляю себе такую ситуацию, как-то ее трудно расписать хронологически, но формально никто не мешает такие матрицы ставить. То есть меня несколько смущает содержательная интерпретация, как это возможно, что я влияю на Васю, Вася влияет на меня, так по циклу. Ну, то есть должна быть какая-то хронология, а когда вводишь эту хронологию, то вроде как цикл разрушается. Ну ладно, ну, предположим, в конце концов, никто же не запрещает взять формально и сказать, что вот первый влияет на второго, второй влияет на третьего, третий влияет там на четвертого и так далее. N-ты влияет на первого. Да? Ну, формально никто не запрещает нарисовать такой граф и взять такую матрицу W
первый влияет на второго, второй влияет на третьего, третий влияет на четвертого, и последний номер n влияет на первого. Вот, давайте посмотрим на такую матрицу W и посмотрим на все эти величины. Да? Давайте попробуем посмотреть на все величины. То есть давайте попробуем понять, там, чему равняется матождание там, от z в квадрате, чему равняется матожидание от z x. То есть, ну, попробуем представить себе все матожидания, чему они равны. Окей? Нормально? Да. Хорошо, давайте попробуем. Соответственно, чему будет равно z первое? Еще раз давайте я напишу. О, так вот у меня видно, что такое z и t. Кто-то что-то пробует сам или просто... То, что у меня такой смурной сюжет, что делать, когда ты попал в нестрогую ситуацию с не до конца прописанными предпосылками в боевых ситуациях. Тут он такой, ну, как сказать, открытый, да, вообще говоря, непонятно. Ну, понятно, что можно там спросить, там, в данном случае проктору написать, что а я вот какие тут предпосылки, он передаст автору, и, возможно, там автор через, если он в это время там не будет у себя где-то в там, условной Америке с разностью там в 7 часов спать, ну, может быть, он через 5 минут ответит, да, но как бы вот, если не повезло. Давайте попробуем. С какой целью мы сейчас хотим посчитать матожидание вот от Z? Ну, решить задачу. Смотри, ты открыл его по ссылке? Да. Вот, ну, там задача такая, там сказано, ну, вот 7.3, если ты смотришь, там надо посчитать матожидание от Z. Все. Вот, это пункт 7.3. Просто я предлагаю, ну, в любой такой ситуации, вместо того, чтобы... начинать сразу с теории. Давай для конкретной ситуации посмотрим, есть предел или нет. И неважно, есть он, нет он, мы лучше почувствуем задачу. Вот, потому что, ну, мне кажется, что это немножко, ну, с точки зрения авторов не очень разумно там начинать с 7.1, да, где в общем виде сразу надо показать. Ну, зачем, почему бы не взять ну, с конкретного примера начать, вот. Я просто как раз подумал, что мы сначала хотим 7.1 посчитать. Вот, все понял. Нет, 7.1 7.1, наверное, ну, давай пока пропустим, то есть я как раз хочу подвести к некой нестрогости, которая есть. Давайте попробуем посчитать матождание от z-итого и x-итого. Ну, z-ита это вот то, что там было сверху написано, сумма получается v-ита житая на y-житая? Да. То есть мы берем строчку из матрицы W, умножаем на столбик y, а столбик y это y1, yn. Ну, собственно, z1 это по смыслу, вот здесь вот можно было словами написать, они написали формулу z-ита равно сумма там v-ита житая, y-ита. А по-хорошему, что такое z и t? Это суммарный результат всех тех, кто влияет на итого индивида. Да? То есть, если посмотреть, вот это вот, она вполне себе осмысленная величина. Это суммарный балл тех, кто влияет на индивида и.
суммарный балл тех, кто влияет на индивида И. Окей? Похоже это на правду? Ну, как бы я буду множить. Ну, допустим, если у меня на меня влияет два индивида, там будут единички. А, или наоборот, это суммарный балл тех, на кого я влияю. Да, стоп. Да, это вот что... суммарный балл. Сейчас. В. Сейчас, может, я неправильно написал. Z, I, T. Сейчас. Сейчас, Z, и сейчас давайте, или это суммарный балл тех, на кого я влияю, да? Суммарный балл. Правильно, потому что матрица не так устроена, да? Да, извините, я привык к цепям Маркова. Да, это мой косяк. Матрица устроена V и G, это равно единичке, если G влияет на I, да? Вот это неправильно. В моем примере матрица, если G влияет на I, то есть это на кого кто, на кого кто. Вот, и здесь должна быть другая. У меня первый влияет на второго, а второй влияет на третьего. Во, вот так. Тогда все нормально. Я просто привык к цепям Маркова, там в этой житой строке, вероятность перехода из И в Жи. И поэтому, когда стрелочка переход из состояния, у меня ассоциируется с цепью Маркова. Да, тогда все корректно, да? Тогда, соответственно, интерпретацию я написал правильно, что это суммарный балл тех, кто влияет на студента Жи. Так, и это у нас на первого влияет... Так, на первого, значит, вот здесь вот нам надо написать кто, а вот здесь на кого. Первый влияет на второго, да? То есть нам надо вот эту матрицу переписать. Первый влияет на второго. Здесь будет, ну, с точностью до транспонирования. Второй влияет на первого. И здесь получается, что n-тый влияет на первого. Окей? Да, просто странно тогда. У них получается тоже неверно было. Да, у них тоже неверно. Но видишь, ну это нормально. Это боевые условия. Ты вся, да, как бы, ну, человек ошибся, да. Видишь, если ты посмотришь на определение V и житого, видишь, он как раз и там перепутал, а потом сам перепутал, да. V и житое, если ты посмотришь в условии, да, то написано, что это... ну вот посмотри на картинку на предыдущей странице, да. Да. Граф. И вот посмотри, первый на кого влияет? Первый влияет на второго. Да. И за те, на кого влияет первое, отвечает первый столбец. Да? В первом столбце там идет единичка, в первом столбце вторая. Согласен? Да. Угу. А теперь смотришь следующую страницу. Там тоже первый влияет на второго, да? Да. Там, а там не написано, да? Ну, судя по всему, не, ну, наверное, предполагать, что верность самая, ну, вот вершина, которая сверху на севере, это первая. Хотя, конечно, странно просто иначе. Может быть, чтобы верно был ответ, давайте, чтобы у них верная была матрица, все-таки удобнее работать. Давайте скажем, что там n влияет на n минус первую, тогда матрица вот такая будет, как у них, да? Вот так можно нарисовать, да? Ну, какая разница, в какую сторону цикл идет, и первый влияет на n-того. Да? И тогда будет, да, вот так будет такая матрица, как у них, да? Да, вот так будет. Так? Да, тогда будет удачнее, да? Чтобы не переделывать их матрицу. Вот. Ну, такая матрица. N влияет на N минус первого, а второй влияет на первого. Да, вот тогда будет такая матрица. И тогда у нас правильная трактовка для Z-итого. Z-ит это суммарный балл тех, кто влияет на индивиды И. Окей? Так, что-то непонятно, так какую. А, то есть мы тут сами, мы сами так решили. Чтобы... Ну да, тут не написано, кто на кого, но чтобы было соответствие матрице, давайте
Ну, как плавать в мутной воде? Ну, чтобы давайте считать, что матрица правильная, и на предыдущей странице определение правильное. Ну, давайте считать, что n влияет на n минус первого. Хорошо. Ну, как бы на картинке с графом не написано, но это не противоречит условиям. Нормально. Вот. Так, хорошо. Давайте тогда скажем z1. Кто влияет на z1? На z1 влияет у нас только второй, правильно? Поэтому z1 – это в нашем случае просто y2. А z2 – это кто влияет на второго, правильно? Да? Ну, получается, на второго влияет третий. Y3, да? Ну и zn – это y1. Ну, там одно нарушение. Хорошо, давайте посмотрим тогда, значит, как устроена наша модель. Да? Давайте попробуем перейти к нашей модели и найти какое-то матожидание. Значит, наша модель превращается во что? Y1 равно лямбда на Y2 плюс X1 плюс U1. Y2 – это кто влияет на второго, лямбда на Y3 плюс X2 на U2 плюс Yn лямбда на y1 плюс xn плюс un. Вот она, наша модель. То есть в этой ситуации с зацикленными студентами модель превратилась в такую штуку. Хорошо, давайте попробуем найти вот в этой модели матожидание от zθ, xθ. Это, собственно, матожидание от чего? От, ну, там зависит, да, если и меньше n, да, то это матожидание от y плюс первого на x, а если и равно n, то это матожидание от y первого на xn, да. Тут две ситуации. Ну что, как будем решать такое матожидание? Подставлять вместо y какие-то, не знаю. Ну, для начала, наверное, самое. Хотя, блин, они же выражаются друг через друга. Угу. Ну, давай подставим. То есть, а что нам, волков бояться, в лес не ходить? Ну, давайте. Как бы. Что нам тут будет? Давай попробуем. Значит, так, ну, значит, у нас здесь сейчас как нам элегантно посчитать. Да, давайте для удобства, ну, как бы определим, да, определим для удобства yn плюс первое. По определению это будет y первое, ну, чтобы удобнее было, чтобы у нас тогда всегда была одна и та же формула, что это матожидание от yn, от y и плюс первого, x, да, чтобы удобнее было. Так, хорошо, если у нас есть такое определение, чтобы не рассматривать один случай особо, то тогда вроде... Ну что, давайте попробуем подставить. Да? То есть формально нам надо решить вот эту здоровую систему, да, относительно y-ытого. Как будем решать? То есть... Если мы из этой системы, здесь у нас n уравнений и n неизвестных, давайте попробуем прямо явно выразить y и t, чему он окажется равен. Ну, как-то что-то в лоб. Непонятно, как просто брать и лоб переписывать, хотя, блин, это странно. Почему? Ну, первое, что мне кажется, что это странно, так, не знаю пока. Может, сейчас... Я еще не пробовал, поэтому так и говорю. Ну... Ну, хорошо, давай, если мы запишем в линейно-алгебраическом виде, да... А что у нас получится? Ну, вот это можно явно собирать, да?
То есть у нас на самом деле, если записать эту систему в линейно-алгебраическом виде, то у нас получится, вот это у нас матрица Y1, Y2, Yn, да. В правой части у нас находится X1 плюс U1, Xn плюс Un. В левой части у нас находится 1, а тут минус лямбда, да? 1 минус лямбда, да? 1 минус лямбда. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Тут находится 0, 1 минус лямбда. 0, 0, 0, 0, 0, 0. И здесь находится минус лямбда 1, а кругом нулей. Правильно? Да, да. Ну, хорошо. Подождите, а внизу почему еще раз? А, нет, логично все. Ну, да, еще раз посмотрим на систему. Если я перенесу лямбда Y1, то я получу вот такую штуку. Окей, хорошо. Что же нам делать? Ну, вот такая жесткая система. Что получится? Ну, в конце концов, кто мешает решить ее Гауссом, да? Давай попробуем, ну, главное не лениться, не бояться, да, попробуем решить ее Гауссом. Возьму первую строчку, прибавлю ко второй сколько раз? А, первую строчку сейчас ко второй. Угу. Так. Секунду, зачем мы первую строчку прибавляем? Ой, не ко второй, к последней. Ну, как я решаю Гауссом? А, последний лямбду. Последний лямбду. У меня же почти ступенчатый вид, у меня вот только вот это мешает ступенчатому виду. Ну, ага. Короче, приходит в голову, это, ну, Гауссом решить. А, вот, ну, давайте прибавим на лямбду, да, множные, да? А, получится последняя строчка во что превратится? Последняя строчка превратится в ноль. Дальше здесь будет что? На лямбду домножаем минус лямбда квадрат. Правильно? Ну, вот слежу за последней строкой. А, предыдущие строчки у меня никак не поменялись. Здесь вот y1, yn. А здесь что стало? Здесь стало xn плюс un плюс лямбда на x1 плюс u1. Ну, а первые строчки никак не поменялись. То есть поменялась только последняя строка. Хорошо, что теперь стало? Что я теперь сделаю? Ну, теперь что-то надо делать с вот этой минус лямбда квадрат, кажется. Ну что, прибавим какую строчку, домноженную на что? Как убить лямбда квадрат? С помощью кого? Ну, у нас кроме как второй строки, кажется, что больше нет никаких вариантов. Да, правильно. И мы так делаем, ну вот, значит, это раз сделали, потом третью прибавим на лямбда куб, четвертую, ну, будем потихоньку перекидывать лямбда квадрат. Ну, давайте сосредоточимся на последнем моменте. Последний момент может быть неприятный. Значит, здесь y1, yn, тут 1 минус лямбда нули, тут 0, 1 минус лямбда нули, 0, 0, 1 минус лямбда нули. Вот, и последний момент. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Все закидали нулями. В конце 1 и минус лямбда в какой степени? Каждый раз, пока мы перекидываем, у него растет степень на единичку, да? Поэтому тут получается n минус 1. Ну, потому что в первой столбце он в первой, во втором столбце он во второй. Значит, когда он дойдет до предпоследнего столбца, у него будет предпоследняя степень. Что будет получаться здесь в последней строке? Здесь будет получаться xn плюс un плюс лямбда на x1 плюс u1 плюс лямбда квадрат на x2 плюс u2 плюс и так далее. А мы тут какую строчку сделали, какую мы уже прибавили. Мы сделали n минус 2 шага, да, чтобы из первой попасть на n минус 1 этаж. Сделали лямбда n минус 2 на xn плюс,
минус 2 у n минус 2. Окей, хорошо. Какие дальше идеи, как нам расквитаться с последним элементом? Аккуратнее здесь напишу. То есть я смотрю только на последний элемент. Вот. Последний элемент – это xn плюс un плюс лямбда x1 плюс u1 плюс, и заканчивается это все лямбда в n минус 2, xn минус 2 плюс un минус 2. Вот. А тут стоит над ним 1 минус лямбда. Ну, соответственно, я добавляю последнюю строчку, домноженную на минус лямбда в степени n минус 1. И у меня, наконец, получается трехступенчатый вид. Да? То есть я почти победил Гауссом. Давайте думать, значит, что получается. Получается, здесь вот у меня y1, yn. Давайте сосредоточимся на моменте последней операции. Момент последней операции такой. Значит, предпоследняя строка и последняя строка. Предпоследняя строка, куча нулей, потом идет 1 минус лямбда. Последняя строка, куча нулей, минус лямбда в степени n минус 1, 1. Ну и в правой части здесь xn минус 1 плюс un минус 1, а здесь вот та сумма, которую мы посчитали. Ну давайте s. S равняется xn плюс un. Плюс сумма лямбда в степени i, xi плюс ui, i от единички до n минус 2 мы уже прибавили. Хорошо, выполняем последнюю операцию, чтобы получить явный вид, наконец, y-кентова. Ну а если мы найдем явный вид y-кентова, то в силу цикличности мы фактически нашли все y-ки, ну, только надо будет индексы сдвигать. Ну, по-хорошему, мы нашли все, что нужно. Окей? Да, я понял. Ну, что, волков боятся в лес не ходить. Домножаем на что? На лямбда в степени n минус 1 и прибавляем. То есть операция на самом деле та же самая, что мы и делали. Но ее надо делать осторожно, потому что там единичка. Она не просто прыгает, а там еще единичка прибавляется. Вот. Ну, давайте смотреть. Останется, наконец, соответственно, в последней строке. Вот здесь вот какое число будет последнее. А в правой части, ну, это left hand side, да, right hand side, оно останется таким, ну, собственно, будет xn плюс un плюс сумма по i лямбда в степени и, xit плюс uit. А тут просто будет сумма по i до n минус 1. Вот. То есть в этом смысле ничего не поменяется. Последний элемент будет какой? Единичка. Вычесть лямбда в степени n. Правильно? Вы про последнюю строку? Да, последнюю строка, последний столбец. Ну все, соответственно, мы нашли yn. Yn равняется 1 деленное на 1 минус лямбда в степени n. А здесь такая дикая сумма, да? Xn плюс un плюс сумма и от единички до n минус 1 лямбда i на xi плюс ui. Похоже на правду. Ну, вышло красиво. Вот, давайте проинтерпретируем эту штуку. То есть, n-ты чувак, кто на него влияет? Да, давайте посмотрим. Вот это мой собственный эффект. То есть, вот n-ты у меня первый влияет на n-того, влияет на n минус первого. Вот, то есть на самом деле вот здесь вот у меня стоит характеристика итого игрока помножить на лямбда в такой степени, в которой
он на меня влияет, да, то есть через сколько поколений он на меня влияет, то есть вот, условно говоря, характеристика вот этого внутренняя, да, она у него x1 плюс u1, и поэтому вот сюда он войдет с весом лямбда, поскольку ему один шаг. Второй, у него внутренняя характеристика x2 плюс u2, но он влияет на меня опосредованно, поэтому его эффект в меня войдет с весом x2 плюс u2. Окей? Да, да. Вот. Ну, как бы клево. Теперь мы можем любой, ну, сказать, как выглядит там y1. Да? Как выглядит y1? Он выглядит точно так же. 1. Тут тот же самый множитель a1 минус лямбда в степени n. Мой собственный внутренний характеристика x1 плюс u1. А здесь суммарная характеристика всех тех, кто на меня влияет, но чем дальше отдаленнее от меня влияние персонажа, ну, он на меня влияет через 3, значит, оно будет домножаться на лямбда в четвертой. Да? Тот, кто непосредственно на меня влияет, он домножается на лямбда. Тот, кто влияет через 1-2 стрелочки в лямбда квадрат, раз уменьшается эффект, ну и так далее. Вот, то есть, кто влияет на первого? На первого влияет второй. Значит, здесь будет лямбда на x2 плюс u2. Также на первого влияет третий через второго. Да? То есть здесь будет лямбда квадрат на x3 плюс u3 плюс и так далее. N тоже влияет косвенно на первого, но не сразу, а там через лямбда в степени n минус 1 на xn плюс un. Вот. Мы поняли, как устроен каждый y-итый. Раз мы поняли, как устроен каждый y-итый, то у нас нет никаких проблем, мы можем посчитать любое матожидание, любую дисперсию, любой предел по вероятности уже в нашей силе. Окей? Или тяжко? Ну, это должно быть тяжко, это универсиада, это нормально. Мы решаем, там есть задачи в универсиаде посложнее, есть полегче. Это, конечно, гроб такой раскидистый, и она и на несколько страниц текста, и с графами, и с плимами, и, ну, в ней сразу не сориентироваться. Вот, я не знаю, какая там статистика была по числу решивших эту задачу, я думаю, что оно было близко к нулю. Ну, кто-то, кто что-то решал, я думаю, ну, давайте, ну, все равно это полезно, да, полезно брать не берущиеся задачи, да. Это хороший навык. Ну что, живы, нет? Ну да. Я, да, остальные не знаю как. Остальные? Можно так честно сказать, я потерялся. Конечно. Вдруг полуха, новая задачка начнется, в это я потерялся, можно. Я как бы совершенно адекватно отношусь, как бы онлайн делал такое. И вот. Окей, хорошо, ладно, давайте вернемся к нашей задаче. Мы явно выразили Y, да, явно выразили Y, и, соответственно, наш вопрос 7.3, да, наш вопрос, чему равняет, давайте я напомню вопрос, модель, которую мы предполагаем, вот она переформулирована, да, то есть мы то, что называется в там, векторных авторегрессиях, мы модели структурной формы заменили на приведенную, да, то есть вот формально, если говорить умные слова, то у нас есть структурная форма, которая какой-то смысл отражает, да, что вот у нас y равняется лямбда v на y, то есть эффект тех, кто на меня воздействует, плюс бета на x, плюс u. Вот, а мы сказали, что, ну, если взять вот матрицу v для цикла n, n минус 1, n минус 2, 1, то если взять такую v, то оказывается, что y можно выразить только через u и экзогенные переменные. Да? То есть мы перешли в то, что называется приведенная форма.
приведенная форма. То есть чем форма структурная плоха, тем, что y есть и слева, и справа. А в приведенной форме она, конечно, ужасно выглядит, но зато в правой части я вижу подноготную каждого y. Я вот прям вижу, чему равен y1, чему равен y2, и вот здесь у меня уже нет y1, yn. То есть вот в приведенной форме я вижу y, выраженные через каждого только экзогенного регрессора и случайной составляющей. Ну, вернемся к нашей задаче. Нам надо было найти мат ожидания от x умножить на z. Да? Нам надо было найти мат ожидания от x умножить на z. Ну, в силу цикличности, понятно, что как бы, если мы посчитаем это для первого или для второго, результат не поменяется. У нас картинка симметричная, поэтому мы с чистой совестью можем считать это мат ожидания для x1 на z. На z1. Да? А что такое z1? Кто влияет у нас на первого? По договоренности на первого у нас влияет мат ожидания от x1 умножить на z, на y2. Да? Мы договорились, что на первого у нас влияет второй игрок. Окей? Ну да, это мы изначально сделали еще. Вот. А y2 у нас, что мы достигли-то, в чем прогресс? Да, я согласен, мы раньше сказали, это правда. Наш прогресс состоит в том, что ура, у нас есть формула для y2. Это, конечно, лось. Ну ладно. Да? Вот. У нас тут лось. Ну, лось. Какая разница? Вот. Соответственно, у нас получается, что здесь x1 множится на что? На x2 плюс u2 плюс кто влияет на второго? Лямбда. А, и еще этот сразу можно вынести. Сейчас я забыл множитель. 1 минус 1 на лямбда, да? Ну, его можно, наверное, сразу вынести. 1 на 1 минус лямбда в n. Вот, а здесь будет x3 плюс u3 плюс и так далее, плюс лямбда степени. Так, какая последняя? Последняя у нас n минус 1, да? Да, n минус 1 там, да. И тут сейчас надо скобки закрыть по балансу, да? И последний, кто влияет на x2, это x1 плюс u1. Вот такая штука. Теперь давайте разбирать, что мы знаем про все, ну, в общем, про все составляющие в этой формуле. Да? Давайте разберем все составляющие в этой формуле. Почему они равны по условию. Давайте посмотрим на первую страницу. Почему равны все предпосылки. Значит, смотрите, сказано, что мат ожидания от x итого на у итой 0. Это даже на ужитый, да, мат ожидания x итого на ужитый 0. Поэтому ушки все сразу погибнут. Шикарно, да, ушки, поскольку они множатся на x, то поэтому они сразу все пропадут. Что останется? Останется 1, 1 минус лямбда в n, мат ожидания, x1, а тут x2 плюс лямбда x3 плюс та-та-та-та-та, плюс лямбда n минус 1, x. Один. Так, уже лучше. Давайте смотреть, что в условии сказано про икситые. Что-то как-то тут мне не очень нравится. Ну, наверное, они одинаковые. Да? Икс считается случайным и экзогенным. Mm.
Мы как-то узнать, не знаю, мы ожидания там условно x1 помноженного на x2, или нам это вообще не нужно? Ну, я думаю, смотри, видно, ну, давай, вот, понимаешь, я и говорю, что мы работаем немножко неаккуратно сформулированной задачей, да, давай смотреть, где у нас, что есть. Я так думаю, что надо считать x случайной выборкой, вот что бы я сделал. Тут написано, x считается случайным и экзогенным. Ну, случайным – это не то же самое, что случайная выборка, правильно? Ну да. Можно быть случайным и зависимым. Ну, когда случайная выборка, да. Ну, я бы считал, что автор считает, что, наверное, иксы-то все-таки случайны, да? Типа они могут быть зависимы. Я думаю, что нет. Я думаю, что он имеет в виду случайную выборку. Да? Угу. То есть тогда, по-хорошему, если это случайная выборка, то мы им от ожидания разных иксов можем просто разнести на там, 2. Слушай, я вот вижу, что так, иксы ты объясняющие перемены. Ну, ты понимаешь, в том все дело, что здесь неаккуратно написано, поэтому приходится вот в такой мутной воде плавать. Давай посмотрим. Вот предпосылка, чему равно от ожидания от иксытого уитого, ну вот прям черным по белому написано, да? Прям вот написано, чему оно равно. Окей, модель. Он экзогенный, да? Раз он экзогенный, значит это ноль. Хорошо. Ита компонента. Ну, вот начинается как раз вот такое умение, да. Вот именно поэтому я и, ну, как бы взял задачу, потому что я помню, что в ней был этот косяк, что мы авторам говорили. Ну, как бы, что бы я делал? Ну, я бы сказал, давайте считать, что x это случайная выборка. Тогда как упростится результат вот при этом скрытом предположении? Просто непонятно, как считать без нее. Ну, то есть, я, честно говоря, не понимаю, как бы мы считали без этого предположения. Согласен, да. Согласен. Твой ответ мне тоже нравится. Да, нормально. Убедил. Хорошо, да. Ну, как бы это все, что это говорит, это разумное предположение. Окей, значит, что у нас получается? У нас получается, что мотождание от иксытого иксжитого, тогда это просто, ну, при и неравном g, это мю квадрат, правильно? Или там есть то, что он нулевой, да? Есть там предпосылка о том, что мотождание от икса нулевое? Давайте искать. Я не вижу. Да, я что-то тоже не вижу, что здесь было сказано. Ну, значит, как какое-то мат-ожидание, видимо, да. Просто, ну. Ну, давай ставим пока мю квадрат. Хорошо. То есть у нас встретятся все разные иксы, кроме одного, да? Один встретится немножко не такой, да? Один встретится мат-ожидание от иксы t квадрат, да? Ну, он тогда равен сигма квадрат x плюс мю квадрат x, правильно? Да, логично. Вот, и тогда наша штука, она выродится во что? Она выродится 1 минус лямбда n, а здесь что будет? Здесь будет мю квадрат плюс лямбда мю квадрат плюс лямбда квадрат мю квадрат плюс лямбда в степени n минус 1 мю квадрат, и последнее нам даст еще лямбда в степени n минус 1 сигма квадрат. Ну, мю имеется в виду иксовое, да? Вот, это, понятное дело, можно радостно свернуть по формуле бесконечно убывающей геометрической прогрессии, да? И что у нас останется? У нас останется 1 на 1 минус лямбда в степени n, да? Дальше, ну, последний тут особый, который из дисперсии пришел, да, лямбда в степени n минус 1 на сигма квадрат. А не из дисперсии кто пришел? Не из дисперсии пришел, какая там формула,
прогрессии мю квадрат, да, умножить на что? На 1 минус лямбда, да, каждый последующий увеличивается на лямбда, а тут первый это единичка, а тот, которого не хватает, это лямбда в степени n, правильно? Я давно не был в 9 классе, вы там поближе к 9 классу, но помню, там такая формула геометрической прогрессии была. Единственное, что я сейчас думаю, n минус 1 там может, или n, я вот это думаю. Где? Ну вот сверху. Смотри. Где? Вот здесь? Не, нет, нет. А, вот там здесь ты имеешь в виду. Квадрат мы домножали, да-да-да, я вот этого просто не помню. А так? А, не, ну подожди, здравый смысл что говорит? Я помню, ну то есть как я вспоминаю эту формулу. Я ее запомнил следующим образом. Я помню, что 1 делить на 1 минус q – это до бесконечности. Это 1 плюс q. Вот это я помню. Вот это я вот сходу помню. И, ну, как бы. Вот. А тогда, если мне надо последовательность ограничить, дойти до q в пятой, да, допустим, то это означает, вот если мне надо дойти до q в пятой, то это означает, что мне из 1 плюс q плюс и так далее надо вычесть, а начать надо с q в шестого. Правильно? Ну, чтобы дойти, чтобы оставить q в пятой, надо убить q в шестой и дальше. И я обе помню, да, у меня получится первая это 1 на 1 минус q, а вторая это q в шестой на 1 минус q. Вычесть надо первый, который там не упомянут. А первый, который не упомянут, это лямбда в n. Все точно-точно, да. Вот, ну что у нас получилось? У нас получился результат, который, к счастью, не ноль, да, там был вопрос ноль, не ноль, да, мы показали, что это не ноль, ну, можно немножко упростить нашу штуку, да, вот это на это можно поделить, останется, это на это, если поделить, будет мю квадрат на 1 минус лямбда плюс лямбда в степени n минус 1 на сигма квадрат, деленное на 1 минус лямбда в n, да. Окей? Ой, я балбес, я же бету забыл. Ну, ладно, это... Сейчас, простите, я бету забыл, и меня никто не поправил. Ну, это дело такое, поскольку один следит. Я тебя обманул, да? Да, конечно. Я тебя обманул. Везде бет надо написать. Типа бета x? Конечно, да. Везде, где x, надо написать. Давай посмотрим, по-быстрому мы исправим это. Где это в первый раз появилась ошибка. В системе, судя по всему. Вот здесь правильно, да. Ну, это проблема такая онлайна, когда на доске это сразу видно, а здесь я перелистывал, да. Ну, мы быстро поправим, у нас немного портится. Вот это вот было с бетой, а когда я записал на следующей странице... Это, да? Результат не повлияет же, по идее, нет? Не, ну, давай аккуратно. Там, где был x, там должно стать бета, да. Давай смотреть. Бета. Значит, z, это пока все окей, да, это, ну, вот здесь надо бета написать, здесь тоже бета при каждом иксе встает, правильно? Да. Вот, к счастью, нам легко исправить. Ну, то есть, смотри, что результат от бета не зависит, это как подозрительно, да, что строим регрессию, а от истинного бета ничего не зависит. Вот. Какой-то плин там еще будем брать. Вот. Ну, к счастью, нам немного надо. Вот здесь бета везде. Бета. Да, вот здесь, кстати, оно есть, да? А тут нет. Так, и чего? Вот здесь вот этот x, он правильный, это который вот этот, а вот эти, которые с бетами. Да? Соответственно, на u наш результат никак не влияет, да? Поэтому вот, а у каждого этого x просто бета, поэтому мы просто ошиблись в бета раз, да? Вот. Ну, то есть просто наш результат, к счастью, мы просто выносим бета, да? То есть у нас исправление простое. То есть вот здесь надо написать бета,
И вот здесь надо написать бета. Окей. Ну да, после задачка оказалась более-менее адекватной. Ну, правда, спустя сколько мы решали. Вот, я не знаю, кто вообще дошел до нее. Да. Понимаешь, там дело в том, что не очень аккуратно прописанные условия. Вот, поэтому как бы сложно сказать. Вот. Ну, мы пришли к выводу, к какому, что, значит, давайте подведем итог, что, значит, что мы долго, но мы это нашли, да? Вот. Мы нашли, что мат ожидания от кого мы искали? От x итого z итого, да, мы же это искали, да, что оно не ноль, а вот такой вот мрачный монстр. Окей, хорошо. Ну, давайте теперь посмотрим про пилимы какие-нибудь. Да? Если я буду строить обычную регрессию, получится ли у меня в этой ситуации состоятельные оценки? Или лучше перерыв сделать? Как? Строение. Что-то сейчас уже пока голова не соображает, честно говоря. Хорошо, давай сделаем перерыв и тогда продолжим с этой монструозной задачей и поймем, в чем, собственно, там немного некорректные вещи. Ну, то есть у нас все окей, мы все пока железобетонно прошли. Вот. Давай, тогда перерыв 10 минут, потом продолжим. Норм? Миша, Альберт. Да? Да, давайте. Хорошо, давай.